Привет, привет, подписчики. Сегодня занимательное видео про финансы, про деньги. Смотрите, открыли копилочку дети у меня. Вот такая копилочка была. Вот так вот мы ее аккуратно открыли. Немножко треснуло, пришлось склеить. И вот денежки, которые там были. 8 пакетиков. В каждом пакетике по 1000 рублей получилось. И так вот в такую вот симку влезает 8000 рублей десятчиками. А вот открыли медведя. Вот такой вот был прикольный медведь. Из Маши и медведя из мультика. Тоже так же мы его аккуратненько открыли. Вот так вот. И вот энная сумма денег там была. Помещается вот в такого медведя. Такая сумма денег. Посчитайте сами. Ну все. На этой финансовой нотке я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.